Сегодня вы узнаете, какие основные валюты торгуются на рынке Форекс и что такое валютная пара. Вы научитесь правильно понимать котировки валют. Всего на рынке Форекс торгуется свыше 70 валют. Среди них есть основные, занимающие по своим объемам ведущие места в валютной торговле, и экзотические с очень низкими объемами торговли. К основным валютам относятся доллар США, евро, британский фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк, австралийский доллар и канадский доллар. К экзотическим валютам относятся исландская крона, бразильский реал, турецкая лира, южноафриканский рент, мексиканский песо, венгерский форинт и так далее. Как мы уже говорили, торговля на Форекс представляет из себя валютные операции по обмену денежных средств одной страны на валюту другой страны по их рыночному курсу. Пара валют, в которой одна из валют оценивается по отношению к другой и называется валютной парой, или, как их часто называют на Форексе, валютным инструментом. К основным валютным парам на Форексе относятся евро, доллар, фунт, доллар, австралийский доллар к американскому доллару, доллар к швейцарскому франку, доллар японская иена и доллар канадский доллар. Первая валюта в этой аббревиатуре базовая. Рыночный или валютный курс всегда будет определяться для нее, для базовой валюты, через количество единиц второй валюты. Это количество единиц второй валюты будет называться котировкой базовой валюты. А сама вторая валюта – валютой котировки. Таким образом, валютный курс, например, евро-доллара, равный 1,4870, обозначает, что одна единица базовой валюты евро будет стоить 1,4870 американского доллара, который в данном случае будет являться валютой котировки. А цифра 1,4870 будет называться прямой котировкой по евро. Из такой котировки мы всегда можем вывести обратную котировку, которая определит количество евро за 1 доллар США. Следовательно, 1 доллар, выраженный через евро, определим таким образом. Единицу поделим на 1,4870 и получим 0,67 евро. Валютный курс пары фунт-доллар, равный 1,6350, будет обозначать, что за 1 фунт стерлингов дают 1,6350 американских долларов. Здесь прямой котировкой будет 1,6350, а обратной 0,61 фунта. На рынке Форекс котировки курсов валют при открытии сделки на покупку или продажу валюты предоставляются всегда в виде двух цифр. Например, курс доллара к швейцарскому франку представлен цифрами 1,0178 и 1,0181. Это значит, что курс покупки доллара за швейцарские франки 1,0181, и это значение называем ASK. А курс продажи долларов за швейцарские франки 1,0178 называем BIT. Также и для любой другой валюты. Таким образом, покупаем валюту всегда по котировке ASK, а продаем валюту по котировке BIT. Последние цифры в написании валютного курса называются процентными пунктами или пипсами. Через них определяем обычно диапазон изменения валютного курса. Если валютный курс пары евро-доллар изменился во время торгов, например, с 1,4870 до 1,4875, следовательно, рост пары составил 1,4875 минус 1,4870 5 пунктов или пипсов. Итак, теперь вы знаете, какие основные валюты торгуются на рынке Форекс, умеете читать и понимать котировки валют.